Российские школьники, возможно, в скором будущем начнут учиться только в первой половине дня. Для этого в ближайшее время будет принята программа по строительству новых и реконструкции старых образовательных учреждений. Однако, по словам министра образования и науки Дагестана Шахбаза Шахова, сразу всех перевести на одну смену обучения невозможно. Это процесс длительный. Планируется переход всех российских школ в одну смену. Односменный режим. Я думаю, что эта задача реальна, но, конечно, не за один год. Значит, эта программа делится на два этапа. Первый этап – это начальная школа и 10-11 классы должны быть переход в односменном режиме до 2020 года. А второй этап – это уже 5-9 классы должны перейти до 2025 года, это второй этап. Около четверти школ в стране функционируют в двухсменном режиме. Дагестан в этом списке занимает одно из первых мест. Учащихся много, а школ не хватает. Более 100 тысяч детей в республике учатся во вторую смену, и 2000 приходится ходить на уроки в третью. Одна из самых сложных ситуаций с нехваткой образовательных учреждений сложилась в Хасавюртовском районе и в Махачкале. Между тем, в прошлом году в республике было открыто 13 новых школ. Столько же строится и в этом. Говоря о состоянии школьных зданий, министр отметил, что 148 из них находятся в аварийном состоянии. Почти 600 нуждаются в капитальном ремонте.